видосику влепи, комментарий напиши и подписку жми, а в ответ привет лови. Станет нас 3 миллиона. Три лимона, три лимона, желтеньких лимона, мяу, мяу, миллиона, мяу. Чуть страшно? Ага. И я переживаю. Да ладно вам, ребят, ну что, вы классный челлендж мы придумали. Я хочу выиграть. Хотели в поход, вот и едем в поход. Да уж. Челлендж, кто быстрее выберется с необитаемого острова. Если у нас вообще получится оттуда выбраться, и мы не потеряемся. Интересно, ребята знают, что на нашем семейном канале Magic Family? Ты про то крутое видео, Epic Vlog? Да, вышел влог про... Наше первое путешествие все вместе. Точнее, целую неделю путешествия. Надеюсь, ребята посмотрят это видео. Конечно, посмотрят, такого же у нас никогда не было. Давайте оставим им ссылку в описании, как обычно. Потому что если они там наберут 100 тысяч лайков, то Аня будет снимать все наше путешествие в Крым. Еще и киса Алиса с нами поедет. Ладно, ребят, кажется, мы приехали. Капец, что это за монстры? Это чайки, Юмичу. Жесть. И они, видимо, очень голодные. Я надеюсь, эти крыломонстры нас не сожрут. Чайки не едят собак, перестаньте. Выглядят они очень жадными. Да ладно вам, они дружелюбные, они наверняка всегда делятся друг с другом едой. Вон, смотрите. Прям изо рта вырвало. Ладно, давайте начинать челлендж. Ух, это реально необитаемый остров, и с него нам надо выбраться? Да, и кто первый это сделает, тот и победит. Надо что-то придумать. Ну погнали, чё? Офигеть, это же Северный полюс. Антарктида. Надо тут все обнюхать. А зачем я за тобой иду? Так, я пойду по своим делам. Да, тем более там ничего нет, бесконечность. Софи, ну чё, ты что-нибудь нашла? Эй, Юми, мы не команда. А, да, точно. Ну чё, Эйвен, ты что-нибудь нашел? Мы не команда, Софи. Да, точно. Кажется, я нашла дырочку. Запрыгнули в дырочку и... нет, плохая идея. Так, я с острова не выберусь. Если ты оказался на необитаемом острове, первое, что нужно найти, это еду. Точно, чтоб с голоду не умереть. Ищем еду. Кажется, там птица. Ты предлагаешь ее словить и съесть? Зажарить на костре. Блин, улетела. Стой, ворона, эй. Да конечно, мисс. Она тебя услышала, остановилась, сама прыгнула в костер, и мы ее съели. Чет, ребят, мне уже становится страшновато. Вот именно, если стемнеет. Так, надо выбраться отсюда, пока не стемнело. Ладно, если еду мы пока не добыли. Вот тут есть немножко воды, но она соленая. А еще тут этот снег, льдины, как будто ты... Все нормально, все хорошо. Я не умерла. Говорят, под камнями могут прятаться какие-нибудь ракушки. Юми, зачем тогда писать на камни, а? Я отмечаю место, где мы были. Я составляю карту, понимаете? А землю-то ты зачем роешь? Я допускаю, что в этих непонятных штуках может быть какое-нибудь животное. Какое еще животное, Юмичу? Крот, что ли? Ну, даже если крот, например, мы его выкопаем и сожарим. А может быть, это будет какой-нибудь кальмар? Юмичу, какой кальмар под землей, а? Ты уже целый коридор тут вырыла. Ну что, я вызываю крота наружу. Юми, нет тут никаких кротов, это остров необитаемый. Ладно, пойду хоть червяков найду. Надо тут после нее переметить своим знаком. Эй, София, я все видел. Это будет моя карта. А ты что, тоже кротов вызываешь? Ага, и кальмаров. Так, вот там дальше за рекой я видел большую башню. И какие-то домики. Там могут быть чьи-то вещи, еда и способ выбраться отсюда. Это же необитаемый остров, какие домики? Ну так они заброшенные. Эй, ворона, ворона, иди сюда, мы тебе ничего плохого не сделаем. Не верит. О, еще вороны. Надо срочно кого-то поймать и зажарить. Ребят, ну жрать уже охота, давайте ворону поймаем, а? Или чайку. Не, чайки бешеные. И вообще, отстаньте от меня, я иду через реку к тем заброшенным постройкам. Эй, вы, ну ты же мальчик, ну поймай нам ворону. Есть охота. Эй, вороны, летите сюда. Эй, вон, аккуратнее, не провались под льдину. Если он провалится, участников челленджа будет на одного меньше. Значит, Эйвен проиграет. Юмичу, ты что вообще что ли? Я думал вот туда за камень спрятаться и из-за камня на нее прыгнуть. Но нет, что тут снег слишком мягкий. Вдруг правда льдина отойдет и унесет меня в море. Нет уж, извините, я ворон есть не буду. Ладно, надо как-то перебраться на тот берег. Вода-то, наверное, холодная. Ладно, я что, я ж покемон, я ж покемон. Может, по камням пройдем? Я нашла место, где перепрыгнуть можно. Ого, классно, тут и правда узкая. Сейчас я тоже пройду по воде. Я с вами, ой, как холодно. Ой-ой-ой, кажется, я потерялась в этой Антарктиде. Ребята, вы где? Неужели я останусь одна на этом необитаемом острове? А, какой кошмар. Ребята, вы где? Я вас не вижу. Куда мне теперь идти одной? У нас ни еды, ни воды. А если мы правда застрянем тут на всю жизнь? И никогда отсюда не выберемся. Кажется, я отстала от ребят. Где же они, интересно? Как я их потеряла? Только отвернулась, а их уже нет. Упс, чуть в яму не провалилась. Ничего, к этой жизни надо относиться с позитивом. Сейчас договорюсь с воронами, и они меня-то и перевезут. Вот как я выберусь с острова. А, Софи, вот ты где, мы тебя потеряли. И Мишу потеряли. Главное, чтобы никто не узнал про мою идею. А, какая бесконечность вокруг. Жесть. Ну ничего, спокойно, мне нужно просто срочно придумать, как отсюда выбраться. Кажется, у меня есть идея. Я, раз тут все-таки есть вороны... Ребята, а где? Ребята? Ребят нет. Надежда только на ворон. Надо попросить ворон улететь меня с острова. Здравствуйте, у меня к вам вот такая...
Анатолий! Вы что, вороны все такие грубые? Я не ворона. Как это? Я не поняла. Так, включаем покемоновскую соображалку. Может быть, мне уплыть с острова прямо на льдине? Нет, это плохая идея. Утону еще в этой ледяной воде. Тут кругом какие-то странные ямы. Может быть, это следы динозавров? Какая глупость, Юмичу! Ты случайно тут ворон нигде не видела? Никаких я ворон не видела, мы Мишу потеряли. Мне кажется, я вижу, как мелькает вот там в снегу ее хвост. Я тут, ребята. Так, ну все, Миша нашлась. А мне надо к заброшенным постройкам. Отстаньте от меня. Кажется, я опять провалилась. Все, вылазь давай аккуратнее там своей толстой пупкой, не застрянь в дырке. Ребята, надо поторопиться. Скоро стемнеет. Ужас, прочитайте надпись на коряге. Тут написано, что это остров смерти. И что никто отсюда живых не выбирается. Неужели мы обречены? Точно, тут написано, что отсюда никто не выбирается. И что нам теперь делать? Дорогая ворона, подскажите, пожалуйста. Отвали! Мы просто хотим узнать, можно ли отсюда выбраться. Кажется, они нам не помогут. Мы все умрем. Миш, успокойся. Хорошо, мы все умрем. Извините, но мы просто хотим знать, можем ли как-то мы отсюда выбраться. Отвали! Эйвен, да не скажи ты ничего. Надо самим искать выход. Эй, извините. Отвали! Ну что вы как гопники себя ведете? Ну, я же нормально с вами разговариваю. Отвали! Ой, все с вами понятно. Никакой души хотите, чтобы 4 собаки здесь погибло. Пошлите к заброшкам. Вдруг остров обитаемый. И на самом деле это не заброшки, а чьи-то дома, и мы попросим этих людей нам помочь. Пока не стемнело, ребят, затея с челленджем была дурацкая. Не истерите, девочки. Я не хочу умирать, а заброшки еще далеко. Давайте быстрее бежать. Фу, Юмичу, подожди меня. Говорила я тебе, похудей к лету. Я уже и на зец бегала, и тебя обгоняю снова. Отстань, Юми. Еще одна река, перепрыгиваем! Юми, ты просто самая мелкая. Хватит уже выделываться, я вот тоже сейчас как перепрыгну. Ай, ладно. Миш, давай быстрее уже, давай! Вечно последняя! Опять потеряешься! Хватит командовать, Юмичу, я перехожу реку. Вот. Как он? Так, ребята, кажется, я что-то вижу. Вон они, твои заброшки, Эйвен! Бежим туда скорее! Вдруг там люди, они нас спасут! Эй, люди, привет! Здесь кто-нибудь есть, а? Да уж, выглядит жутко. А вдруг здесь живет какой-нибудь людоед? Если это людоед, Миш, то он не съест нас. Почему? Потому что мы не люди. Тогда он ест людей, а собак он не ест. А вдруг тут живет собакоед? Эй, хватит нас пугать уже, а? Хватит настраиваться на плохое, никто тут не живет. Явно же это какой-то заброшенный дом. Но паниковать не стоит, вон там башня. Нам надо двигаться к этой башне. Залезть на нее и с нее посмотреть вокруг, да? Правильно, Юмичу, молодец, твой мозг заработал. Тут, не буду вас пугать, тут какая-то странная красная надпись «Привет». Капец! Юмичу, не думала, что ты такая трусиха, ты же вроде покемон. А ты типа не боишься, тетя Софи, да? Ну, я тоже боюсь. Ну вот, поймала, да? Просто я понимаю, что ситуация безвыходная, и нужно как-то действовать, а не ныть. Давайте не будем ругаться, это самое худшее в нашем положении. Мы все умрем, да? Спокойно, Миш, мы еще не выяснили, что на этом острове живет собакоед. А кто тогда живет на этом острове, если с него никто не выбирается живым? Да, Миш, вот это хороший вопрос. Но точно не собакоед. Но собаками тут все-таки пахнет. Если бы тут жил собакоед, то тут бы кругом были кости собак. Надо отправляться к башне, мы почти до нее дошли. Да мы идем. Кто заберется на башню? Тот, кто из нас самый бесстрашный. Не я. И не я. Тогда, Миша, лайк, залезь на башню. Мы все умрем. Миш, хватит нагнетать. Ладно, хорошо, но мы все умрем. Кажется, я нашел тут собачью кость под полом. А это значит, что, возможно, тут все-таки живет собакоед. Вот это жесть, вот это капец, вот это трэш. Такого с нами еще не было. Юми, тебе придется полезть на башню. Почему это? Ну мы что, будем сейчас еще пререкаться, что ли? В камень-ножницы-бумага, может, сыграем? А может, и сыграем? У нас даже рук нет, чтобы играть в камень-ножницы-бумага. И ты у нас тут выделываешься, что самое быстрое, самое ловкое и самое смелое. Так что давай, лезь на башню. Я не выделываюсь, это так и есть, потому что я покемон. Ну вот тогда, раз ты покемон, ты и лезь. Смотрите, какая она высоченная. Это еще и горка, а вдруг это горка? SCP? Горка SCP, которая... пожирает. Нет уж, тогда я туда не полезу, а вдруг она меня пожирает? Не пожирает, Юмичу, а съест, сожрет. Ну, она же пожиратель, значит пожирает. Почему съест, а не пожирает, когда она пожиратель, а не съедатель? А ведь Юми права, это ведь странно. О, мой собачий бог, Миша, ты тут же взрослая же. Так, девочки, хватит болтать, я все там проверил, дальше бежать некуда, надо срочно залазить на горку и смотреть, что в округе. Юмичу, вперед! Я не хочу залазить на горку, пожиратель. Юмичу, давай, надеюсь, горка тебя не съест. Да уж. Спасибо вам, дорогие мои родственники, что отправляете меня на верную смерть. Ладно, ладно, я вам отомщу, если я останусь живых. Я лезу на горку, я ее не боюсь, она меня не сожрет, все нормально. Я просто залажу на гору на эту, ничего страшного не происходит. Ну что, Юмичу, что ты там видишь? Я вижу вас. Да ты вперед смотри, а не на нас вниз. А, понятно, хорошо. Тогда я впереди вижу корабль. Там яхта, там лодка, там кто-то плывет. Отлично, он может нас спасти, бежим подавать сигнал. Аккуратненько через воду пробираемся. Давайте скорее кричим на помощь. Подаем сигнал ШОС. Если мы будем подавать сигнал ШОС, то не...
никто не поймет, что мы хотим, подумают, прикалываются. Надо подавать сигнал SOS, S-O-S. Софи, да Юми просто шепелявит. Мы все умрем, а может быть, я все-таки мы не умрем? Вон лодка вдалеке, точно, я ее вижу. Помогите, спасите, заберите нас с необитаемого острова, SOS, мы тут. Почему я одна кричу? Зовем все на помощь, давайте, ребята, вы видите нас, мы тут, на льду, смотрите, мы такие маленькие, незаметные. Они нас увидели, я видела, они поворачивают к берегу. Да, действительно, они плывут прямо вон туда. Бежим скорее, там какой-то корабль видно. Фу, как я устала. Вперед! Давайте, девчонки, скорее. О, кажется, я тоже вижу спасателей. Неужели они нас спасут? И нас тут никто не сожрет? Я чувствую запах каких-то следов, тут явно были люди. А там впереди корабль, к нему едет эта маленькая лодка. Давайте скорее, ура! Мы спасены! А ребята пусть идут смотреть новое видео на канале Magic Family про наше путешествие на